Добрый день, здравствуйте. Буквально недавно мы тут точили с вами вот эти фланцы, чтобы приварить их к этим валам. И поступила новая водная. Надо из вот этой вот брусочка, вот этот брусочек, просверлить в нем отверстие, распилить его пополам, а потом расточить это отверстие так, чтобы получившиеся втулки одевались на этот вал. Ну, не просто одевались, а одевались на горячую. То есть надо будет сделать посадочку в минус десяточка, а то и даже полторы. Возьмем условно здесь диаметр 42 миллиметра, то есть нам надо получить 41, ну, 85 или даже 90 сотых миллиметра. Ну, то есть это отверстие меньше этого вала должно быть на 10-15 соточек. И посадка на горячую сядет по всей длине. Потом на этих втулках, на полученных втулках, надо будет сделать, с одной стороны, глубокую фаску. Она когда оденется, чтобы потом, после того, как эта втулка у нас оденется, по глубокой фаске она могла привариться к вот этому фланцу. Так что сегодня простейшая токарная работа. Рассверлить, разрезать, расточить. Поехали! Отверстие нам надо получить диаметром 41,8 мм. Самое сверло большое у меня есть на 35, подходящее сюда. Дальше у меня сразу есть сверло 42, 43, 44. На 42 нельзя сверлить, разобьется. Вал у нас 42, и надо сделать горячую посадку. Поэтому сверлим сейчас 35, а все остальное будем растачивать.
Ну и вот, ребят, втулочки готовые. Это я размер, чтобы не запоминать сколько. Втулочки готовые. И теперь они сюда на горячую нагреются и залезут. Сделал размер в минус 15 соток, полторы десяточки. Разогреваются, и туда они только хлюп. А сделана большая фаска. Когда они сядут сюда, они будут провариваться. А здесь потом по месту уже просверлится, будут электрозаклепки делаться. Ну, в общем, как-то так. В общем, две таких штуки у нас готовы. Так, ну, а, наверное, следующее включение я уже сделаю, когда их привезут обратно сваренные, да? Когда оно придется, сварки, не знаю. Сегодня, завтра, через неделю. Ну, кулибины есть кулибины, у них график неопределенный. Ну, а наша с вами работа закончена. Сделали вот такие две втулочки на горячую посадочку. На этом все. Всем-всем большой привет. Будьте здоровы. Ну и строгайте себе или вашим соседям чего-нибудь, кому-нибудь нужное. Всем пока. Ну и вот, железючки эти, ребята, заварены. Вот так это все выглядит. Могучий шов. Все это на горячую. Решили пока без электрозаклепок сделать. Посадка очень плотная получилась. Надеемся, и так выдержит. Дальнейшее есть токарка. Надо будет это все обточить, проточить. С этой стороны, с этой стороны. Нам надо будет сажать сальники, надо будет сажать подшипники. Надо будет делать еще вот фланцы дополнительные. Вот такие вот. И все это сюда. Но это уже будет в следующей серии. На этом, как всегда, всем вот такой привет. Всем пока.